готов рываться, но по нему есть информация, вероятно. Незерайт в спине, хорошая работа. Агр почему-то отменяется, я не знаю почему. Овермайт все-таки прожимается. Окей, Незерайт его сзади подходит. Террорайз работает по Вайперу, Вайпера тоже можно будет забирать. Хороший голем пошел, нужно использовать Fatal Bonds. Вайпер практически погиб, летает сюда еще и Мирец. Кдесса разбирается с суппортом соперника. Рима Кишева пошел, Вайпер страйк, хорошо, слишком мало. Тиамагаз прилетел, неплохо, Зевс. Слишком много ДПС обносит, поэтому голем отправляют за ним. Незерайт отходит, понимает, слишком мало здоровья, но Кор здесь на фулл хп, и с Бейном он будет разбираться 100%. Скорее всего, деньги с голема он также будет зарабатывать. Кайл жив, размен 2 в 4, отдали двух суппортов, забрали всех. А, ну 2 в 5 суммарно-то, потому что Тиамагаз до драки, получается, погибал. Я же правильно все помню? Или он уже прилетал? Нет, он уже прилетал. Это размен 2 в